Девочки, хочу вам показать свою любимую палетку. Самую любимую из всех, какие у меня только были. Этой палеткой можно сделать макияж, не прибегая вообще больше почти никаким средствам. Вот смотрите, я вам хочу поближе ее показать. Вот это средство называется для контуринга. Им делаем дневной макияж, тени. Сейчас вообще в тренде макияж без макияжа. И вот именно этот оттенок очень помогает в дневном макияже. И одновременно это и контуринг. Так, дальше. Это просто офигенный хайлайтер. Сейчас вам покажу, какой он. Он, знаете, имеет такой оттенок, розоватый какой-то такой, слегка розоватый, то есть оттенок кожи. Его практически не заметно, что он именно вот как хайлайтер лежит. То есть он лежит, как будто бы это ваша личная кожа, собственная, да, имеет такой, такое легкое поблескивание. То есть это не блестки, а именно хайлайтер. Я просто очень люблю этот вот оттеночек. То есть хайлайтеров у меня несколько, но этот самый любимый, ну, на ежедневное пользование. Вот. И эти румяна. Эти румяна идут как в дневной макияж на веки. То есть есть дневной макияж смешивать вот с контурингом. То есть вот эти оттенки на глаза с розовыми смешивать. Получается обалденная вообще вещь на глазах. Ну, кто учился у Алены Терещенко, поймет. Вот, и как румяна, вот эти румяна, сейчас вам покажу, они не сильно пигментированные. Мне чем они нравятся? Тем, что ими вымазаться как свеклой просто невозможно. Они слегка раз помазал, два помазал, три, ну, нанес, не помазал, а нанес, да? То есть ими никогда не переборщить. Палетка просто шик. Девочки, я раньше ее не понимала, и когда Алена нам о ней рассказала, думаю, ну ладно, профессионал советует, я ее приобрету. В итоге я просто, это вообще вот выручалочка моя, везде, везде со мной.